Могу понять. Думаю, ну что ты вчера я тебе звонил, не подходил, сегодня. Ну поняла. В гости ко мне пришла Таня Цыплакова. И зовет меня в магазин. Добрый день, здрасте, здрасте. Цыплакова, правда красавица? Таня, а сколько тебе лет? 18 сегодня. 18. Да. Но она с перекиру, поэтому плохо выглядит. Это самое, я у Стасика. Женя, привет, Жень. Красавица, пишет, красивая. В какой магазин, вы знаете, в какой мы магазин поедем? Твой дом. Твой дом. А кто был в этом твоем доме, в магазине? А? Он тебе звонил сегодня, да. Скоро в Ставрополь будем, да. Привет, Сибири. Доброго воскресенья. Слушай, какая-то самая, ну, может быть, ты подъедешь, сейчас я ему трубку. Куда сейчас он закончит съемку? Да. Это Вовочка. Ага. Вова, а хули ты не... Мы хотели тебя взять с собой, а где ты есть-то? Спали, да? Но вообще личные люди перезванивают. Я думал, сейчас не перезвонишь, я тебя сниматься вообще не буду. А почему ты Цыплаковой звонишь, а не мне? А она первая позвонила. Ну ладно, а то бы тебя хотели бы вычеркивать из списка друзей. Ну что, поедешь с нами сейчас в магазин, мы едем в твой дом? Ну сейчас вот, ты с водителем? Да. Ну сейчас поедем. Ну, нам Таня ко мне заехала. Ну. А это на Новой Риге? Да. Да. Это около Строгино. Около Строгино. Это как раз мимо... А это, по-моему, мимо него мы едем. А Вов там на кладбище живет. Да. А все, даю сейчас это самое, даю Татьяну Евгеньевну. Все, то нахуй уже. Все, то с Татьяной Васильевной все расстались, все. Все даю Таню. Алло, алло. Конечно, ну давай, а... Я с Колей, да? А Борис Васильевич на машине? Не знаю, но он должен приехать. А, еще Борис Васильевич, видишь? Ну, если нет, мы скажем адрес. Да, он говорит... Старая банда собирается. Стасик говорит, старая банда Ветераны секс-движения. Ветераны секс-движения. И не могу. Из этой старой банды есть и молодые особи. А, да это мы с тобой. Да. Это мы со Стасиком. Да, читаю ваше, извините, читаю ваше. Это самое. Пена на губах у Стасика. А я зубы чистил просто. Это самое. Я зубы сейчас чистил. Таня приехала, я зубы чистил, не пена. Что покупать? Я не знаю, ну что приглянется? На себя посмотрите. Да смотрю, не вижу здесь. Сейчас быстро-то в Стане ехал, я знаю, что целоваться. А целоваться с... Чтобы с нечищенным ртом не очень. Поэтому извините, что вам с пеной показался. Так. Ветераны. Так, привет. Тань, ну иди посмотри, я тебе новую, войди в эту штуку. Иди в эту штуку, посмотри. Ты вот тебе пишут люди. Вот посмотри. Да. Вот читают там, вот это прямой эфир. Это вот эта новая штука, она во всем мире. Новая. Вот сейчас тебе будут писать. Смотри, вот читай, что люди пишут. Пиши, читай. Здорово. Ну читай. Красивая. Воскресенье, с ума сойти. Передайте привет Жанне Шаталовой. Вы красавец. Ой, как приятно. Посмотри, вот видишь, вот там вот 176 человек смотрит. Надо же. Вот посмотри, да. Это удивительно. Сейчас во всем мире вот это вот люди... С ума сойти. Это люди продвинутые, которые понимают... Обалдеть. Старики не понимают. Что? Знаешь, ну, давай для этого сфотографируйте. Не, говноеды это самое. А люди, которые уже, знаешь, вот такой средний... Да? Да. Вот средний 30-35 лет уже такие достойные. Да, сейчас мы пойдем. Боже, какие мы хорошенькие. Да.
красивые. У нас, у тебя тоже молочные зубы, как у меня? Да. Бенгрей вставлял. Так, 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 так. С Днем Святого Валентина и вас, вас, вас. Уважаем тебя за правду матку, за матку. Так, давай для этого, для Фейсбука сфотографируемся, убери эту. Да? Конечно, для моего. Ну давай, ну сфотографируемся. Ну это убери. Ну а пускай она снимает, а что ты боишься? Ну давай, фотографируй нас для Фейсбука. А у меня нету, моя не работает. У меня нету места. У меня тоже нет места. Я взял говно. Сейчас будут сейчас новые какие-то появятся, но я хочу новый себе аппарат уже с памятью. А здесь вообще какой-то. У меня нету ничего. У меня тоже ничего. Мне Вова должен помочь. Я не понимаю, как сюда фотографировать. У меня скидка, пойдем в ГУМе. Да? Да, в ГУМе. Вот надо последний. Давай покрасим. Нет, не надо. Надо, наоборот, ну что? Наоборот, это круто. Да? Конечно, хуй, блядь, как крашеная пизда, блядь. Быть наоборот, это здесь, да? Конечно, здесь стильно. Седое, седые, а думала, здесь свои. Нет, нет, да? Нет, конечно. Красиво? Это красиво? Нормально, достойно. Хуй, молодец. Да. Нам, молодым ребятам, мы так молодые. Слушай, ну надо же, какая. Ну, смотри, что пишут, вот читай. Сейчас, сейчас, давай, я так изучаю. Ага. Что пишешь? Причешитесь, передайте... А я шапку одену. Белоусу, Риаршусу. Можешь жениться. На танке? Красавчик. Зачем? Нет, это тебе, тебе, на тебе. Да, я, ладно, я покрашу губы сейчас. Да? Да. Так. Какая смешная штука, надо же. Не где говори. Ты такое раскопал? Вообще, я говорю, это сейчас во всем мире. Я прям в потрясении. Это самая модная штука. И трансляция по всему миру. С ума сойти. Господи. Да, ты можешь вот посмотреть, что в Америке. Да? И там, да, во всем мире, кто это трансляция, попросится, там друзья к тебе возьмут. С ума сойти. Но это интересно. Но обычно там сидят и дети тоже какой-то там мяу-мяу-мяу-мяу. Как ваше дело? Нормально. Таня красотка пишет, смотри. Ну, а Таня просто в гриме. С Василием не называть эту фамилию, больше мы ее вычеркнули нахер. Стас, промоутер, я промоутер, да. Какой кофелек. А какая твоя помада, Тань, какая помада у тебя? Герлен. Герлен? А что женить бы? Стрижка, кофе Татьяне, мы там попьем. Спойте что-нибудь. Я попомню, вечером приеду, спою. Рядом с вами всегда красивые женщины. Таня, между прочим, 60, а смотрите, как девочка выглядит. Когда 60? В этом году? На следующий. На следующий, да. Так. У тебя есть животное? Не, вот оно пришло ко мне, животное. 60, нет, 58, видите? А, нет, 69. Красотка, уважение тебя за то, что имеешь свое мнение. Да ладно, не верю. Танечка, говорит, что ты пиздишь, что тебе... Что? Что, да. Таня, нет, 59. Не может быть, какая она классная. Ого. А ты, наверное, подтяжку делала, Таня? Нет. А? Нет, не делала. Ну, укольчики ты все-таки делаешь? Укольчики, а как же, конечно. Укольчики наши все. Как куда без укольчиков? Она хороша. На 35. Ой, без укольчиков никуда. Какая марка сумки? А сумка к тебе какой марки? Ботега, Винета Ботега. Так, уколы не страшно. Да правильно, а когда делаешь, сразу знаешь вот это, да, скажи. Да, да, да. Пластика сразу видно. Губы вот такие становятся. Губы. Как сосал давеча у Ивана Савича. Ну что, идем туда? Да, пойдем. Все, так, вы дома? Да, дома. Все, я из дома выхожу, мы с Татьяной. Все, идем в магазин. Какой? Твой дом. Твой дом, пока.